Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале «Посылки из Китая». Сегодня у меня на обзоре две большущие посылки от магазина New Chic. Они связались со мной и попросили сделать распаковку и обзор. Ну, точнее, естественно, обзор. Почему бы нет? Товары предоставлены мне абсолютно бесплатно. Я не буду утверждать об их исключительном качестве, если это будет не так. Пенал или карандашница, или еще как-то он называется. Если честно, я не знаю. Если знаете, напишите об этом в комментарии. Имеет общую ширину 20,5 сантиметров и общую длину 55,5 сантиметров. Полезный размер, естественно, будет немножко меньше. Отнимайте где-то по пол сантиметра с каждой стороны. И также 48 отверстий для карандашей. Сейчас я покажу, как выглядят загруженные карандаши в этой штуковине. Вот такого плана получается сверток. Внутри уже находятся карандаши. Держатся, сидят они очень плотно. То есть могу показать, вот я буду трясти за один карандаш. Ничего больше нигде не поддерживаю, и он отсюда не выпадает. Резинка достаточно плотная. Выполнено все очень даже неплохо и на уровне. Имеются несколько небольших торчащих ниток с внутренней стороны. Вот здесь вот одна ниточка, и вот здесь буквально тоже несколько ниток торчит. С внешней стороны все очень культурно и презентабельно. В этот держатель можно закинуть даже ручку, которая на порядок толще карандаша, приблизительно, ну, где-то процентов на 20-30. Она идет сюда уже немножко с натягом, но в то же время ее можно здесь разместить. С этой штукой ваши карандаши будут храниться в стильной и качественной упаковке. Если вы будете приобретать что-то в магазине New Chic, воспользуйтесь приложением из Play Market и получите 20% скидку при первом заказе. Ссылки на товары найдете в описании под роликом. Вот такая вещица весит достаточно прилично, увесистая. Принцип такой. То есть вы высыпаете эти все штуковины пластиковые. По звуку напоминает, знаете, как гремучая змея какая-то. Лично не встречал, но в фильмах видел. И вы можете изобразить какие-то фигуры либо надписи. Допустим, выдавливаете просто пальцем вот эти штуковины, и они у вас за счет того, что здесь пупырышки чуть больше, чем у этого основания, получаются, ну, вот такие всякие штуки, как будто опухоль какая-то. Ну, также можно сделать свое лицо. Как думаете, похоже или нет? Мне кажется, забавная штука. Стоит, конечно, прилично, что-то, по-моему, там в районе $15. Ну, перейдите по ссылке, посмотрите. Единственное, что если вы хотите сохранить, вот, допустим, такого плана портрет, то вам нельзя его переворачивать вот так. Он у вас всегда должен стоять в вертикальном положении. Действительно классный подарок. Не только ребенку на день рождения или какой-то праздник. Также можно приобретать для учащихся, которые учатся рисовать объемные предметы. Я думаю, эта штука вам поможет. Ну и давайте немножко побалуемся. Не очень. Половина лица. Сейчас я покажу пару фотографий, которые сделал с детьми. Видео снять не получается, потому что дети не очень усидчивые, любят баловаться, веселиться. И поймать их на видео — это очень мучительное и нудное занятие. Поэтому просто фотографии. Знаете, забавная игрушка. Я давно хотел себе такое приобрести. А здесь получилось так, что мне ее отдали на обзор.
В этом видео, как и в других, проходит конкурс. Условия: лайк, подписка. Обязательно напишите, знаете ли вы магазин Ючик, пользовались ли вы им когда-либо. Ссылочки на него и на эти товары вы найдете в описании. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. 150 рублей российских на кону. Розыгрыш через 10 дней на моем втором канале или паблике ВК. Ссылочки будут в описании. Пока.